театр. Не Машу. О, принцесса! Супер принц, рыцарь и робот наполовину спешат к тебе на помощь. Ого! Принц! Да еще и рыцарь! И при этом робот! Ура! Ура! Одного принца было бы достаточно, Стасик. Ни снег, ни дождь, и ни... как там? Вечер. Ветер. Не ветер. Не остановит меня и моего... Чего там? Верного коня. Точно, коня. Верного. И вот я здесь. Сдавайся, злой дракон. Да! Молодец, Страшнислав. Так его. Нападай на него. Да. Так его. Вот так. Нападай на него. Нападай. Стасик, Стасик, прекрати. Хватит. Так, рыцарь спас принцессу и жили они долго и счастливо. Конец. Молодец, Страшнислав. Ну как вам, кубики? Понравился наш театр? Да, здорово. А что такое театр? Театр – это такая игра. Дяди и тети, актеры, говорят разные фразы, а потом им всех хлопают. Ладно, я за бабушкой. Приглашу ее на наш спектакль. Ты, Стасик, репетируй. Одну фразу запомнить не можешь. Кто не может? Я не могу. Я все могу. А, я считаю меньше слов, больше битвы с драконом. Так, что тут за шум? О, театр! Вот как я доберусь до кубиков! Осталось только выбрать роль. Ай, помогите! Ничего не вижу! Дракон напал на Страшнислава! А может, он сам справится? На, на, получи, злой дракон! На, на, получи, злой дракон! Посмотрим. Так, не то. Это. Нет, несерьезно. А, нашел! Нет, этот цвет меня полнит. Пират, пират! Дон Пирамидон! Вот какая честь! Ой, ваши углы стали еще острее! Вам очень идет! Я устал ждать! Если вечером не будет кубиков, ты станешь шариком! Мне не идут округлости! Эх, быстро это не починишь! А у меня была главная роль. Ладно, пойдемте в футбол играть. Бедный монстр Лера. Идея! А давайте построим монстру Лере новые декорации. Валерия, вот и ты.
А я как раз приготовилась посетить твой театр. Бабушка, я хотела тебе сказать, что спектакль... Внимание, внимание! Спектакль сейчас начнется. Уже? Тогда поспешим. Кубики! Вампир Пирато явился из сердца тьмы, чтобы... Стоп! Я же боюсь темноты. И вампиров тоже боюсь. Нет, это не подходит. Не снег! Не снег! Снег! Он сказал снег! Не дождь! Не ветер! Не остановит меня! Никакой дракон не остановит меня! А где замок-то? Тут замок должен быть. Кубики, замок! Ой! Я пришел за тобой, о прекрасная принцесса. Выгляни в окно. Пс. Я сказал, о принцесса. Ой, принцесса, это же я. Иду. Спасите. Спасите! Ужасный дракон поймал меня! Я уже здесь! А где дракон? Вот это драконище! Плохо. Особенно механический дракон. Но в следующий раз возьмите сюжет поувлекательнее. Например, про закон Ньютона. Стасик, спасибо вам! У нас получился настоящий спектакль! Это мы вместе придумали. Нам так понравилось играть в театре! А давайте теперь про пиратов! Или про динозавров! Нашел свою
звездную роль! Я не понял, куда все подевались? Не, ну я так не играю! Опять Том Пирамидон звонит, а кубики не пирамидон! Мои кубики! Скажу, я заболел, что меня нет дома. Да, и я забыл, как выглядят кубики. Да, стой ты! Это не я! Это не я! Это планета дурацкая!